субботу в почти что по-бразильски жаркий день на базе Лючевского судоремонтного лицея у Александровского водоема впервые состоялось открытое первенство города Черноморска по гребле на байдарках и каноэ. В нем приняло участие свыше 30 юных спортсменов, готовых продемонстрировать свои навыки, приобретенные в ходе упорных тренировок, показать физическую подготовку и почувствовать дух соперничества. На открытии соревнований присутствовал президент Одесской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Сергей Чернышов. Гребля на байдарках и каноэ в Одесской области является приоритетной вообще по спортивным показателям. Мы на протяжении 15 лет являемся лидерами в Украине, и наша федерация занимает первое место в Украине многие-многие годы. Большое количество спортсменов в нашей области сегодня в сборной команде Украины. Это порядка где-то 12-14 человек вот сейчас находится. Кроме того, в данный момент представлены два спортсмена на Олимпийских играх. Вид спорта на Одещине, он на самом деле представлен широко. И очень хорошо сегодня, что в Черноморске начинается развиваться этот вид спорта. Сегодня в Черноморске гребли и на байдарках и каноэ занимается около 40 детей. Девчонки и мальчишки тренируются бесплатно, так как финансирование работы секции этого олимпийского вида спорта осуществляется в рамках городской программы «Спорт для всех». То, что есть востребованность этому спорту, виду спорта, то, что это олимпийский вид спорта, и есть детки, которые хотят заниматься, и мы надеемся, покажут хорошие результаты, как и наш земляк Юрий Чебан на Олимпиаде, выиграв золотую медаль. Поэтому есть к чему стремиться. А мы, как городская власть, конечно, в первую очередь поддержали этот вид спорта, а именно взяли два инструктора в штат по программе «Спорт для всех». И дети на безоплатной основе занимаются этим видом спорта. Еще и года не прошло с того момента, как на базе Лючевского судоремонтного лицея возобновилась школа гребли. Поэтому по сегодняшний день остается много нерешенных проблем. В первую очередь, это изношенность имеющегося спортивного инвентаря и его нехватка. Однако при поддержке спонсоров материальная база секции постепенно восстанавливается. Мир не без добрых людей. Это Дудников Михаил Юрьевич, он нам помог отремонтировать лодки, предоставлял автобус на выезд на соревнования. Юные мастера весла состязались на дистанциях 200 и 500 метров. Несмотря на все проблемы, наши ребята в ходе соревнований смогли показать хорошую подготовку. Вадим Холмогоров, который занимается в секции меньше года, стал первым на обоих дистанциях. Дистанцию прошел легко. Сначала старт, потом кат, ну и потом финиш дал. Помогло выиграть поддержка болельщиков и гости, родители. Ну, залог успеха это все-таки тренировки. По итогам соревнований золотыми медалистами открытого первенства города по гребле на байдарках и каноэ стали Вадим Холмогоров, Владимир Кравчук, Сергей Маркин, Алина Ясинская и Дарья Павлюченко. Может быть, кому-то из них в будущем придется защищать в этом виде спорта честь нашей области или даже нашей страны.